Вам хочу сказать, вы выбрали две лучшие
пробовать с молодыми, заряжаться от них энергией, счастьем, глупостью и другими прекрасными вещами. А во-вторых, кроме гуманитарной науки, вообще никакой науки не существует, потому что именно она нам объясняет, зачем мы все это делаем. Оно, конечно, без физиков и химиков не будет ни таблеток, ни еды, ни космических путешествий, но зато без нас во всем этом не будет никакого смысла. Поэтому все мы сделали правильно, а судя по тому, что я вам сейчас буду красный диплом вручать, вы в этом еще и преуспели. И очень приятно в лучшем месте Москвы получать награду за лучший в мире выбор. На сцену выпускников музыкального факультета диплом бакалавра вручается Бочкаревой Наталье Владимировне. Гонсалес Анне Иисусовне. Грошевой Любови Андреевне. Жданову Антону Олеговичу. Коткину Михаилу Михайловичу. Налимовой Алене Алексеевне. Неровной Юлии Андреевне. Несветаевой Людмиле Михайловне. Пчелинцевой Александре Сергеевне, Рыбину Константину Васильевичу и Ходячих Юлии Сергеевне. Дорогие друзья, я напоминаю, что этих выпускников, которых вы видите сейчас здесь на сцене с этими дипломами, вы сегодня еще не услышали. Дипломы с отличием вручаются выпускникам Института биологии и химии. А мы продолжаем вручение. Приглашается Институт социально-гуманитарного образования. Социально-гуманитарного образования. Вазихов Руслан Асхатович. Диплом с отличием вручается выпускникам географического общества. Символический момент. Как известно, ректор нашего университета Алексей Львович Семенов – математик. Дипломы с отличием вручаются выпускникам математического университета. Действительно, среди наших лучших выпускников большинство будет учителями. Значит, вы сделали правильный выбор 5 лет назад, тоже 4. Вы выбрали профессию учителя, и я уверен, что вы не прогадали, не проиграли. За это время в стране произошли очень существенные изменения, самые разные. Но важно, что роль учителя, уважение к учителю, престиж к учителю, престиж учителя росли все эти годы. И сегодня мы действительно рады, что наш университет выпускает жизнь, школу, большой мир, всех вас, лучших наших студентов, и мы уверены, что вы будете лучшими учителями. Пожалуйста, все выпускники проходят и встают на дорожку красную. Пожалуйста, как попросил вас. Рик, ты шатпилил, делай. Руку подними. Внимание!
всех друзей.